На улице Гагарина в поселке Винограды началось строительство тротуара. Местные жители обратились на прием к Сергею Сергееву и получили помощь. Поселок развивается и застраивается. Увеличивается количество жителей, в том числе и детей. Только в новом микрорайоне вблизи федеральной трассы, по словам главы сельского округа, сейчас живет 600 человек. В чем проблема? Это, естественно, эта дорога идет к школе. Поэтому и начали ходить дети. И постепенно стало это насущной таким проблемой насущной нашей, что дети шли по дороге, машины здесь движение довольно интенсивное, поэтому стала необходимость такая, что надо здесь делать тротуар. И в декабре месяце у меня проходил сход здесь, встреча с мэром нашим Сергеем Павловичем Сергеевым. Люди обратились к нему. И вот буквально после праздников, даже люди, честно сказать, удивились так, насколько оперативно Сергей Павлович реагировал на эту просьбу. И вот 12 января уже приехали рабочие, и на сегодняшний день, вы видите, начались работы. Я думаю, в течение месяца, если даст погода, конечно, то мы эту работу завершим. Сейчас мы хотим вернуться к этому, по крайней мере, у меня Виноградом такое предложение, чтобы помимо дорог начинать делать тротуары. Потому что тротуары, они для чего нужны? И прежде всего, кто ими пользуется? Это у нас старики, пожилые люди и дети. Поэтому сейчас хотим сделать упор именно на восстановление тротуаров. Начинаем самые проходимые места и потихоньку будем расходить более отдаленные участки.